12:07. Продолжается программа «Дневной разворот». Ведут передачу Николай Голиков и Владимир Сметанин. Мне хочется опять вспоминать нашу Конституцию, 25-летие которой сегодня отмечается, потому что в Конституции, насколько помню, сказано о том, что любой из нас имеет право на свободу мысли, слова, творчества, занятий, увлечений и так далее, да? Ну, я, может быть, своими словами чуть пересказал, но суть-то. Да, ухватил верно. Вот про творчество мы сейчас и будем говорить. Наконец-то! Да, про творчество. Наконец-то про творчество. Да. 8-й фестиваль социальных спектаклей пройдет в нашем городе завтра и послезавтра, 13 и 14 числа, в Кировском областном дворце молодежи. Что это за мероприятие? Что это за такой проект? Его история, его цели и задачи, его перспективы? И что такое вообще социальный театр? Да. Мы поговорим сегодня с нашими гостями. Их у нас гостей. Трое. У нас в гостях Диана Цепелева, начальник отдела реализации проектов областного дворца молодежи. Должность такая красивая. Нина Николаевна Ершова, директор Центра социально-психологической помощи. Добрый день. Добрый день. Добрый день. И Марианелла Ивановна Шевченко, замминистра спорта и молодежной политики Кировской области. Марианелла Ивановна, добрый день. Здрасте. Ну, кто возьмет на себя смелость начать и рассказать о том, что же это за такой проект, его история, с чем начиналось? Более, Владимир, это восьмой фестиваль. Да. Просто так. Да. Восьмой фестиваль, а мы сейчас спрашиваем, что это такое. Давайте я начну. Добрый день, дорогие радиослушатели. Когда-то давно, в 2010 году, наш Центр социально-психологической помощи принимал участие в международном проекте. И в рамках этого проекта мы познакомились с интересными практиками, которые есть в разных регионах. В том числе мы узнали о такой практике социального театра, как интересной технологии профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде в городе Самаре. Мы пригласили экспертов к нам из Самары и провели большой такой длительный курс обучения технологии социальному театру. И в 2011 году провели первый областной фестиваль социальных спектаклей и социальных театров, которые были направлены на профилактику негативных явлений в молодежной среде. Что есть социальный театр? Вот, я думаю, вот настало время пояснить. Да, действительно, что же такое? Мы все знаем, что языком. Такое театр, и словосочетание «социальный театр» кажется избыточным. Да? Театр, он и так театр социальный, конечно. Да, там что-то все равно такое и преподносится, что заставляет отреагировать зрителей. Да. Несколько отличий. Во-первых, социальный театр – это театр. Театр – это театр. И в драматургической основе этого театра лежат острые социальные проблемы, которые волнуют тех, кто на сцене, и тех, кто в зале. И социальный театр – это, так скажем, можно слово «разыгрывание», да, тех сценок или тех сюжетов, переживания, проживания, которые вот, да, волнуют молодежь, детей, подростков. И социальный театр – это возможность или способ привлечения сидящих в зале людей к обсуждению острых, волнующих их проблем. Это, во-первых. Во-вторых, это возможность для молодежи осмыслить ту глубину, ту серьезность проблем, которые волнуют их, и выработать свою позицию по отношению к той или иной проблеме. Наверное, возникает вопрос, какие же социальные проблемы волнуют молодежь. Угу. Вот 8 областных фестивалей прошло, и мы хотим... Восьмой только еще приближается. Но у нас заявки уже есть, мы уже практически знаем, о чем уже, мы прочитали. Он уже завтра начнет, Состоится в любом случае, да. И каждый год мы по той тематике проблем, которые представлены на фестивале, понимаем, что в большей степени волнует молодежь. Например, на первом фестивале у нас было очень много спектаклей, посвященных профилактике наркомании, алкоголизма, курения. Наверное, в прошлом и в позапрошлом году очень много спектаклей было посвящено зависимости от социальных сетей, буллингу, то есть травле в молодежной среде. В сетях, да. И не так, только, и вообще так в сети, в живьем то же самое. Да. В школах. Поэтому театр, социальный театр – это такой интерактив. Да? Это разговор на сцене.
те, кто ставят спектакль, это практически те же участники и зрители. Это не профессиональные, чтобы вы знали, артисты. Это те, кто хотел бы реализоваться, в том числе в творческой форме, да, поговорить со своими сверстниками. Две формы у нас спектаклей представлены. Первая форма – это спектакли уже по готовой пьесе, по известным часто пьесам. Современных авторов? Современных, в том числе, да. Хотя есть некие здесь и некая проблема, недостаток таких пьес. Ну, да. Ну и вторая часть – это спектакли на основе импровизации. Импровизация, то есть то, что они сами как бы сочиняют, да, просто. Да. То есть какая-то ситуация, да, выходят на сцену, то есть и импровизируют. То есть они, да, не то, что сами, да, прямо выходят и сразу начинают говорить, вот нас волнует. Ну, то есть какая-то ситуация берется жизненная, они, да? Они на самом деле берется жизненная ситуация. То есть как это пишут в фильмах, основан на реальных событиях, да? Основан, видимо, на реальных такое, событиях, да, на тех проблемах. То есть группа людей, группа молодых людей, у нас практически все дети и молодежь принимают участие, они обсуждают первоначально, что же волнует на сегодня вот собравшихся в этом коллективе творческом людей, какие проблемы наиболее актуальны. И на основе этого выявления они составляют, разрабатывают определенную сюжетную такую канву, придумывая себе истории. Часто они отражают реальную их картинку, их историю. И с этой точки зрения спектакль социальный – это еще и такой психотерапевтический концепт, да, то есть психотерапевтическая практика. И, соответственно, готовят спектакль. Но ведь не ограничивается социальный театр только постановкой, только спектаклем. Так. Вторая часть есть еще очень важная, так называемая фасилитация. Герои... Как еще раз? Фасилитация, то есть усиление эффекта, так скажем, да, вдогонку. Можно я запишу? Да, конечно. Я люблю такие слова. Сейчас мы займемся фасилитацией. Да, ведь как мы посмотрели пьесу, например, да, спектакль в театре, в классическом, и уходим, размышляя над тем, какое впечатление на нас произвело действие на сцене. И, собственно, а решение там может принимаем... быть все субъективно. Да, все один на один. Угу. Здесь есть уникальная возможность поговорить о том, что происходило на сцене с героями этих спектаклей в маске, так называемых, в костюмах еще героев, с зрителями. Зрители могут задать вопросы, почему ты так поступил, почему у тебя не складываются отношения с родителями, почему ты ушел из дому и так далее. И это они спрашивают разговор, как бы актера, да, о его роли, да? Да, 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 да. Вот он самый это там, воспитательный эффект. Представляю, после Евгения Онегина человека спрашивают, ты зачем Ленского убил? Ну, наверное, с этой точки зрения, да, мы классические, поэтому у нас и импровизация, да, то есть те истории, которые рассказаны на сцене, это реальные истории тех молодых людей, которые принимали участие, собственно, в подобных каких-то событиях. Они знают, что, например, такая травля была совершена над ним, его другом, или в социальных сетях завис там кто-то из близких, или отношения с родителями не складываются, и ссоры у него самого. То есть в этой истории, которая изначально продумывается и представляется, да, есть не только часть, которая представлена на сцене, но еще и тот подавальчик, который всегда скрыт, да, те мотивы, те какие-то побуждения, влечения, да, они скрыты, и в разговоре с зрителями это может быть все проявляться, и зрители могут соотнести со своей позицией, а вот у меня так же, а герой вот так поступил, а я могу так поступить, да, и, или мне что-то нужно придумать. Вот в этом плане, не знаю, насколько я четко рассказала вам о специфике социального театра. Картинка сложилась. Ну, сложилась, сложилась, да, картинка, да, да. Да, да. Хорошо, мы сейчас прервемся на небольшую паузу, после чего продолжим нашу беседу с гостями. Напоминаем, что завтра в нашем городе
стартует фестиваль социальных спектаклей, и наша тема соответствующая. Через полминуты вернемся. Итак, во Дворце молодежи 13-14 декабря пройдет 8-й фестиваль социальных спектаклей. Мы первые 15 минут нашего эфира посвятили разговору о том, что же такое социальный театр, а главное, что такое фасилитация, мы узнали. Я даже записал, что это усиление эффекта. У нас прям программа открывашка сегодня. Мы для себя открываем новые темы. Для себя открываем новые совершенно темы. Это, кстати, хорошо. Мне это очень нравится. Почему мне нравится работать на радио? Так много нового узнаешь. Развиваетесь. Да, да, да. Благодаря вам. Да. Вот. Ну что, будем уже более-менее конкретно об этом фестивале, о нынешнем, да? Что его, может быть, отличает от предыдущих или как-то вот, какие у него особенности? Марианелла Ивановна. Марианелла Шевченко, заместитель министра спорта и молодежной политики нашего региона, да, пожалуйста. Уважаемые слушатели, в этом году мы попытались изменить несколько формат проведения социального спектакля, понимая, что цель фестиваля — профилактика негативных явлений среди молодежи. Подключили комиссию при правительстве Кировской области по работе по делам несовершеннолетних, поработали с комиссиями по делам несовершеннолетних нашей области со всеми муниципальными образованиями. В результате родилась идея привести детей из районов именно на просмотр этих спектаклей и на проведение мастер-классов, зрительный зал. Пока заявились у нас 27 муниципальных образований, это 87 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Это именно та категория, которая по статусу относится к нашей компетенции. Мы приняли называть ее трудными подростками или детьми, да? Трудные, в общем, да, как это? Как... Очень условное название, потому что все подростки трудные, на самом деле да. Трудность не у нас. И все мы были с вами трудными подростками. А Марина Ивановна, а раньше не привозили детей из районов разве туда? Такого не было, такой практики, да? Я думаю... Такого не было, да? Да, мы приглашали, конечно, у нас были ребята из города, и прежде всего, конечно, те из районов приезжали артисты. Угу. Да, со спектаклями. А так целенаправленно собрать в одном зале всех, кто состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, такого у нас еще не было. И этот не случайно мы пригласили еще и психолога, чтобы при фасилитации, да, были правильные акценты расставлены. Корректно все проходило. Марина Ивановна, еще такой вопрос: а вот когда вы общались с комиссиями по делам несовершеннолетних, все, вот какую-то тематику, которая сейчас актуально выявлялась, она? Безусловно, мы мониторим ситуацию с комиссиями по делам несовершеннолетних. Это наш функционал, это наш прямой функционал. И мы примерно знаем те сферы, где у нас, скажем так, пробуксовки, по которым нужно работать. И социальные спектакли этого года мы ориентировали участников именно на те позиции, которые, скажем так, у нас особо на контроле. Это связано с проблемами вообще. Это сейчас темы, вот, да, мы задали? Да, темы, которые, собственно, Нина Николаевна озвучила, несколько только шире хотелось бы дать. Речь идет еще о той особенно группе, которая у нас ушла в систему интернет. Это «Синий кит» и так далее и тому подобное. Ну, деструктивная группа. Об этом мы знаем, в частности, со слов нашего детского омбудсмена Владимира Шабардина. Да. Да. Угу. Поэтому у нас идет целенаправленная работа по поводу проведения социальных спектаклей и создания, соответственно, кибердружины, которая, собственно, будет направлена на реализацию тех идей, тех постановок, которые будут звучать у нас в эти дни. Угу. Так, еще какие темы будут затрагиваться? Ну, первое, профилактика. Понятно, что здесь и профилактика, и наркомания, и алкоголизм, и табакокурение. Это, извините, такая вечная тема. Да, не вечная, надеемся, мы когда-нибудь ее, конечно, все-таки решим. Эту проблему. Судя по истории человечества, эти проблемы всегда с нами останутся. Вчера был опубликован, кстати, рейтинг регионов по пристрастию к дурным привычкам. И? У нас, как всегда, не очень хорошо. У нас 60-е место, то есть мы где-то пристрастны. Там как раз смотрим вот этим позициям. Да, табакокурение, алкоголизм. То есть, значит, социальный театр, как раз нам и нужен. Не только для молодежи и детей, но и для взрослых тоже. Проблемы отношений. Это вторая номинация отношений молодежи с разными категориями. Друг с другом, то есть в молодежной среде, с родителями, с какими-то... Там, отцы и дети в том числе. Отцы и дети, проблема очень острая, очень много. Мальчики и девочки. Мальчики и мальчики.
мальчики-мальчики, то также, почему нет, отношения, да, разнообразные связи, симпатия, антипатия, травля, агрессия и так далее. Ну, просто мы все же знаем, да, из того, из той же сети, что поведение девочек зачастую оно... Извините, но более агрессивное и более жестокое по отношению к своим. Ну, к сожалению, психологи бывает, отмечают, да, что в процессе противоборства, да, девочки проявляют большую агрессию, чем мальчики. Ну, может быть, они правила не соблюдают, которые вырабатывают мальчики. Ну, у мужчин есть определенный все-таки кодекс. Всегда такое было. И в древние времена. Это сейчас. Вы говорите, потому что вы мужчина? Нет, потому что я дворовый мальчишка. Потому что вы знаете хорошо. Давайте поговорим об этом еще. Да, и, конечно, проблема социальной активности. Еще одна номинация в этом году — год добровольчества. И у нас очень хорошо кировская молодежь принимает участие. Марьяна Ивановна, наверное, скажет об этом. И, конечно, по-разному молодежь реагирует на то, принимает участие в каких-то социальных акциях, в каких-то интересных мероприятиях, либо оказаться в стороне, либо еще какую-то позицию занять. И это также проблема, которая будет, на которую будут предпоставлены спектакли. И еще одной проблемой, которая будет представлена, это проблема ответственности и проблема выбора. Ведь не случайно мы эту проблему взяли. Молодежь много копьев ломает. Ну, да, все проблемы очень глубокие, но вот это, на мой взгляд, как-то особенно. Да, проблема ответственности глубока. За свои поступки, за свои действия, за свои решения. И мы видим, что есть несколько спектаклей как раз на эту номинацию подается. Думаем, что будет интересно. Так, Марьянелла Ивановна, вы что-то вот как раз хотели добавить со слов Нины Николаевны? Да, по поводу добровольчества. Конечно, в этом году мы очень старались. Мы очень трепетно относились к поручениям, которые у нас были от федерального центра. У нас была очень мощная инициативная группа. Собственно, она сейчас у нас и есть. Результаты буквально недавно озвучены. Кировская область наряду с 26 регионами заняла одно из первых мест по развитию добровольчества и созданию ресурсного центра. В связи с чем мы получили грант в размере 3,5 миллионов. Это для президентский, да? Президентский грант. Это для нас очень большая, скажем так, помощь, потому как впереди масса грандиозных планов. Мы планируем создать ресурсные центры по добровольчеству и в наших муниципальных образованиях. Мы планируем расширить действие, взаимодействие ресурсного центра на территории области. В общем, идей очень много, и вот эти деньги, они нам, собственно говоря, помогут реализовать наши идеи на благо нашей молодежи, на благо развития нашего субъекта. И в целом, принимая во внимание то, что на сегодня президент делает большой акцент на систему добровольчества, мы смело можем шагнуть в 2019 год, имея определенный ресурс. Здесь такое переключение. Год добровольчества заканчивается, год театра начинается. Да, так мы что на таком настыке. И на стыке, фестиваль социальных спектаклей, в рамках которого тоже тема добровольчества будет затрагиваться. Хочется перейти уже к разговору о том, кто конкретно будет принимать участие, да, что за ребята, что за коллективы. Но я думаю, что это мы уже после рекламы сделаем, да? Я спрашиваю нашего звукорежиссера, можем сейчас прерваться на рекламу? Реклама и через полторы минуты уже продолжение. Завтра и послезавтра во дворце молодежи областном на Красноармейской. 19. Все верно. Да, 19. Бывший, Дом культуры «Авангард». В мою-то студенческую пору это ДК «Авангард». А я там все детство провел, понимаешь, на этой улочке. У нас даже район назывался 60 «Авангард». 60 лет нам недавно исполнилось. И мне, кстати, очень скоро тоже 60 исполнится. Да, вот это уже включился. Вам не дашь. Да я «Авангарду» не дашь. Дворец молодежи. Итак, да. Фестиваль социальных спектаклей завтра и послезавтра в областном дворце молодежи. Что это? Что за коллективы участвуют? Ребята, хотим знать, собственно, от одной из, так сказать, хозяек, да, заведений — областной дворец молодежи, начальника отдела реализации проектов дворца, Диана Цепелева. Диана,
Рассказывайте, вам слово. Добрый день. Уже. Да. Да, у нас в этом году заявилось 18 участников из разных районов области. Конечно, в основном это город Киров, но будет и Вятские поляны, и Верхнекамский район, и Слободской. Как, что значит заявилось? Была где-то площадка открыта? Вот, принимаем заявки. Регистрация проводилась в системе АИС «Молодежь», также с помощью информирования. Стандартная наша процедура. И участники присылали свои заявки со сценарием, с афишами. Угу. Дальше шел небольшой отбор, я так полагаю, да? Прием, я бы да, сказала. Да, прием как раз Центр социально-психологической помощи занимался Нина Николаевна Ершова. Вот. И лучше, кстати, отбор был еще на местах. То есть у них были они свои... это уже показывали, да? Да. Надо свои конкурсы, да, прошли районные в Слободском районе, Кирове, Чепецком районе, свои районные фестивали. Угу. Простите, а что такое система АИС «Молодежь»? Это что за... Мы ж не молодежь, нам зачем это знать? Ну, на всякий случай. Дети-то подрастают, Николай. Ну, давай спросим, да. Что это за система такая. Так. Это автоматизированная информационная система «Молодежь». Она действует по всей Российской Федерации и отслеживает субъектовых участников по различным направлениям, проектам, программам. Таким образом, ведется подсчет. И от того, насколько в системе АИС зарегистрировано, скажем так, участников, молодых участников каждого субъекта, у нас в системе ключевых показателей оценивается уровень активности региона. Ага. То есть рейтинг. Это рейтинг непосредственно. То есть это такой инструмент, так скажем, да? Одновременно инструмент привлечения, инструмент оценки. Понятно. Так, Диана, продолжайте. Так, прошли отбор. Прошли отбор. Ну, собственно говоря, сейчас мы собрали все технические требования, которые участники выдвинули. А, да, это... райдеры еще. Конечно, да. Скамейки. Сок апельсиновый, да, свежевыжатый. Нет, такого, конечно, нет. Но в основном это, конечно, микрофоны. Ну, то есть чисто сценические вещи. Да, сценические вещи. Сейчас мы это все обрабатываем. Во дворце просто кипит работа. Все готовятся, ищут все, что необходимо. Уже идут репетиции полным ходом во дворце. И с завтрашнего дня мы будем ждать всех гостей нашего со города. Со скольки начинается? Регистрация с 9 часов утра. Зрители тоже регистрируются? Ну, мы обычно собираем фамилия, имя, отчество, чтобы знать, кто к нам пришел, посчитать потом. А там есть возрастной ценз? Там, нет, возрастного ценза нет. То есть я могу прийти? Вы можете прийти. Ноль плюс, в смысле? Или все-таки 16? Ну, у нас... фестиваль еще предполагает свободное посещение, то есть это не от звонка до звонка. Вот мы сидим, с 9 утра все началось, и до 8 вечера все прикованы. Двери будут открыты. Хорошо, что предупредили. Можно будет прийти, посмотреть постановки и в любой момент выйти и обдумать это все. Программа фестиваля, с программой фестиваля можно уже ознакомиться на наших официальных страничках Дворца молодежи. В том числе ВКонтакте, да. В том числе ВКонтакте. Есть сайт какой-то Дворца молодежи работающий? Значит, можно ознакомиться в нашем Инстаграм-дворец Киров, ВКонтакте, областной Дворец молодежи. И, конечно же, на сайте правительства. Так, что еще? Давайте перечислим все-таки, ну, чтобы отдать дань уважения, 18 коллективов. Откуда? Что за районы и области? Ну, вот, родной Уржумский район, например, есть? Спрошу я. Уржумский? Нет, Уржумского района нет. Откуда я уже сказала, есть? Слободской, Верхнекамский и Вятско-Полянский. Остальные кировчане, да? В основном, да, в основном кировчане. Еще хочется отметить, что у нас вот два дня, 13 числа, это, ну, так условно назовем рабочий день, когда будут показаны абсолютно все спектакли, но во второй день это будет такой итоговый, финальный, где будет награждение, и будут показаны четыре лучших. Первый конкурс. 18 спектаклей будут показаны в первый день? Первый день, да. Все 18 это спектаклей. Конкурсный день, и действительно все спектакли будут показаны в этот день. Но от 14-го будут только спектакли-победители. Я хотела бы еще отметить, что среди участников есть... А победители когда будут, простите? 14-го. Сразу же 14? Нет. Когда определены победители будут 13-го. После того, как все спектакли жюри. Посмотрите, да. Жюри вынесет свой тяжелый день. Ой, членов жюри. Тяжелый, насыщенно очень. Да. Будет проходить на двух площадках дворца. Это в зрительном зале и еще в нашем, еще в одном мини-зале. А где там мини-зал? На втором этаже? На втором этаже. Это фитнес-зал. Я так пыталась замаскировать это слово. Но там все будет подготовлено, будет
висеть проектор, звуковое оборудование, полностью удобные места для сидения, оснащение. Так, а какие учебные программы, мастер-классы? Значит... Ну, не торопитесь, Нина Николаевна. Да, я хотела сказать в отношении участников. Да, и ведь социальный спектакль, как вы понимаете, он не может родиться здесь и сейчас, и нужна длительная подготовка. Надо выносить. Конечно, и поэтому в течение года была осуществлена подготовка, провели семинары, у нас целый цикл занятий в Многопрофильной академии социального успеха, вот, где проходили подготовку волонтеры наши из всех районов практически области. И поэтому участниками, в том числе, среди участников есть волонтерские объединения, есть студенческие объединения ежегодно. У нас традиционно студенты Вятского государственного университета принимают участие, и их спектакли затем, так скажем, гуляют по другим регионам, то есть они со спектаклями ездят на гастроли. А, сами ездят? Да, да, в том числе. Поехали показывать. Тогда резюмирую, да, еще по открытию, наверное, что 13 числа в 9 часов в 9, утра, 15, 5, да. Да, в 9 будет открытие фестиваля и начнется смотр вот этих вот спектаклей. Любой желающий может попасть в зал, да? Да, вот да. Это свободный вход, свободный. Мы приглашаем всех участников разных программ, коллективов. Мне кажется, там взрослым ничуть не менее интересно, чем подросткам, потому что, собственно, взрослым с этими подростками-то и общаться. Конечно, да, и как бы интересно было бы знать, чем они там дышат. Кстати, у меня тут мысль возникла. Для научной работы это, наверное, тоже полезно. Психологи, педагоги, да, они могут заглянуть, педагоги, так, посмотреть. Социальные работники и исследователи. Да, представители науки, пожалуйста, приходите, посмотрите, какие проблемы сегодня актуальны для молодежи и как они ими видятся, как они представляются. Так, ну, наверное, стоит еще отметить, что по окончанию первого дня у нас будет мастер-класс. Это еще после 18 спектаклей? Да. Да, о, конечно, Игорь Кузнецов, Игорь вот некто Кузнецов, у вас приглашен, да, читаем мы в анонсе. Довольно известный товарищ вообще. Да, такой, расскажите, Нина Николаевна. Да, Кузнецов Игорь Игоревич, он, так скажем, именно он привез в Киров технологию в 2010 году. Точно. Вот из Самары, и, да, тот самый? Да. И ежегодно он приезжает к нам. Он очень интересный человек, творческий, увлекающийся разными технологиями постановки социальных спектаклей, вот вербатум и так далее сейчас увлекается. И он проводит мастер-классы, он читает свои тексты, пьесы, так что 13 декабря мы приглашаем всех желающих узнать, что такое социальный театр и перенять эту технологию. Каковы технологические какие-то секреты, просим. То есть он будет в доступе, и можно будет вопросы задавать. Конечно. Да, нормально, да? Хочется добавить для наших прекрасных дам, слушательниц. Марианила Шевченко, замминистра спорта и молодежной политики нашего региона. Мастер-класс проводит у нас Игорь Кузнецов, специально для женщин, которые слушают наше радио. Это победитель Международного фестиваля социальных театров в номинации «Лучшая мужская роль». Поэтому... Вот это реклама сейчас была. Прям вы заинтриговали меня. Надо же, Игорь Кузнецов, взглянуть на человека. Лучший драматург, актер. Да, женским глазом смотришь. Именно вот в этой сфере. Да, да, ты такой... Очень долго мы приглашали, наконец-то мы подтвердили нам участие, мы очень рады и хотим, чтобы на него посмотрели, поучились, поактивно поработали с ним те люди, которые именно интересуются вот этой сферой. Ровно 18:30 начало у нас во Дворце молодежи. Так, этим первый день еще у нас. Игорь Кузнецов. Ты пока ищи, а мы прав. Первый день, первый день этим закончится у нас, да. Не знаю, что женщины, честно говоря, в нем находят, но... Так, дайте хоть глянем. Да. Ну, это же фотография. Что-то находится. Игорь Кузнецов, да? Он творческий человек, хорошо. Очень талантливый. Ладно. Давайте перейдем ко второму дню. Конечно, да. Давайте. Второй день у нас начнется в 10 утра, и ориентировочно он продлится до 2 часов дня. То есть это будет торжественное открытие, 4 лучших спектакля, награждение. А вот, погодите, а вот эта фасилитация, она будет и в первый день, и во второй? После каждого спектакля. После каждого. А спектакль получается совсем коротенький тогда, да? Разные спектакли, от 30 минут до 40
Просто даже... 18 спектаклей с утра до 18:30 с фасилитацией. Я просто не знаю, как это... Вот вы так все там прям нагнетаете атмосферу. Я не нагнетаю. Мне бы хотелось... Мы с максимальной серьезностью к этому относимся. Мне бы хотелось отметить, что вот социальный театр — это не театр, который будет чему-то вас учить. Вот делайте так, и не делайте так. Ну, удовольствие — это, наверное... это высокое искусство, и, наверное, задача искусства — это как раз вот затронуть струны души какой-то большой красотой. А социальный театр — это как раз совмещение искусства и общих проблем. Uh-huh. И социальный театр — это прежде всего разговор, это включенность в диалог. И в социальном театре инструменты театра используются именно для донесения каких-то социальных проблем. И все зрители, которые придут к нам, и участники, актеры встретятся для того, чтобы обсудить, почувствовать. Ну, но ничему да, главное, что Яна, мы вас снова перебили. Давайте ко второму дню, а то у нас так уже три минуты. Ой, я прям так это ускорилась даже. Мы понимаем, хорошо, времени не очень. Ну, а нет, ну второй день я в принципе так-то ведь могу повторить, что с 10 до 2. Сколько в итоге-то там из 18? 4, да? 4 номинации, да, победители в каждой номинации. У нас 4. Номинации, будет три победителя в каждой номинации. Да. Но так получилось, чтобы вот как раз по времени это все не растягивать, мы выберем 4 самых лучших спектакля и на обсуждение, наверное, на прочувствование представим во второй день. Победитель будет только один. В каждой номинации. В каждой номинации. 4 номинации, 4 победителя. Да. Так. Что дадите победителям? Статус победителя, он что подразумевает? Статус победителя. Да. Ну, во-первых, это диплом. За подписью всех участников, да, организаторов. Также это будет ценный приз, подарок, сертификат на группу победителей. Это будет, не знаю, можно об этом говорить? Да, можно, конечно. Можно, да? Это будет сертификат в «Читай город» на достаточно хорошую сумму, где участники смогут приобрести для себя очень полезную литературу. Прекрасно, отличный, да, прекрасный подарок. Вот, но это не все. У нас будут еще партнеры, о которых я пока не могу сказать, они подтверждаются, но точно уверена, что подарки от них будут. Это будут сертификаты развлекательного характера, чтобы команды, которые к нам приехали, смогли еще продолжить. После серьезного разговора немножко расслабиться, да, и отдохнуть. Да, немного отдохнуть, сыграть в игру интеллектуальную и еще несколько вариантов. Ну, как все загадочно. Вполне себе хорошее решение. Я просто так переживаю, что это реклама, наверное. Это не реклама, это прекрасно. Марианелла Ивановна, что-то вы хотели добавить? Да, я добавлю. Просто еще, кроме того, что перечислила Диана, вот 2 спецприза. Это лучший актер, лучшая актриса. Посмотрим, кто у нас по... А как определяться? Жюри, голосование, открытое голосование, да. И лучший режиссер. То есть это уже добавили мы буквально в последние дни, понимая, что не все у нас номинанты попадут там в лучшие, проявятся творческие какие-то личности, в общем, решили отметить спецпризами. Персональные призы всегда хорошо, окрыляют. Минута буквально остается. Вот хотелось бы, чтобы сейчас каждая из вас высказалась, подводя итоги. 8-й раз уже это все будет проходить. Интересует эффект. Я хочу сказать эффект. Про эффект. Вот, да, чтобы коллеги тоже успели. Для чего все это? И удается ли достигать, собственно, тех целей, которые ставятся? Ну, эффект, наверное, не в том, что мы поднимем какую-то социальную проблему, хотя это важно. А главный эффект все-таки в том, что каждый участник, который будет на этом фестивале, и каждый зритель сможет почувствовать такую важную мысль, что проблема, которую он хочет поднять, которую он хочет обсудить, она может быть услышана и может быть сказана со сцены областного дворца молодежи. Нина Николаевна. Ну, вы знаете, эффект можно с разных позиций рассматривать. Эффект для участников такой терапевтический. Эффект для зрителей, наверное, тоже терапевтический, связанный с размышлениями и со сверкой своей позиции с позициями других людей. Эффект для специалистов, которые будут принимать участие, такой мультиплицирование, да, данной технологии для того, чтобы изменить разные меры профилактики. Они у нас, к сожалению, бывают очень такими скучными для молодежи, когда беседы, лекции, нотации. Да. А здесь мы видим очень важный эффект по принципу равный равному. То есть сверстник сверстнику говорит о том, что здесь болит, и нужно что-то сделать самому.
Несколько секунд еще, Марьяна Ивановна. Да, вот я, конечно, как представитель органа власти, который отвечает за нашу молодежь Кировской области, за ее нравственный облик, за ее позитивное отношение к жизни, хочу увидеть социальные спектакли как вошедший удачно элемент творческий в тот пул мер, которые мы направляем на развитие и на, скажем так, чистоту нашей молодежи. Спасибо. На этом завершаем сегодняшнюю программу «Дневной разворот», фестиваль социальных спектаклей. Именно о нем мы сегодня говорили. Спасибо нашим гостям: Диана Цепелева, Нина Ершова и Марианелла Шевченко. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. До свидания. И успехов вам завтра. Спасибо.